В МВФ также отслеживают ситуацию вокруг дела Насирова, так утверждает министр финансов Украины, который сейчас находится в Вашингтоне, где он провел переговоры с МВФ и налоговой службой США. По словам Александра Данилюка, тема резонансной коррупционной истории звучала здесь постоянно. МВФ знает мою позицию. Ну, звичайно, так. Знають мою позицію стосовно фіскальної служби і стосовно керівництва цієї служби. Ви ж бачите, в мене була послідовна позиція, що має проходити реформа. Якщо в системі є корупція, то таке мало відбутися в якийсь момент. О том, что услышал глава Минфина относительно нового транша и какие условия выдвигает фонд, мы расскажем чуть позже. У нас будет прямое включение из Вашингтона. Это будет Дмитрий Анопченко, который следит за визитами сразу двух министров, главного финансиста и главного дипломата нашей страны.